Теперь, как обычно, нам с вами нужно обсудить лексический минимум и разминочные упражнения к данному уроку. Что касается лексического минимума, то автор учебника не считает слова из данного лексического минимума обязательными для заучивания, просто рекомендует все-таки их выучить, потому что слова важные, полезные и интересные. Ну, давайте мы рекомендацию примем как обязательство, и, пожалуйста, заучите эти слова, это действительно принесет вам пользу. Так что мы смотрим соответствующий лексический минимум. Первое слово – хагиадзо. Хагиос – прилагательное, вы уже знаете, святой. И теперь глагол со значением «освящаю». В смысле, вот, «делаю святым». Корень у этого глагола – хагиад. И форма аориста – эгиаса. Почему такая форма? Альфа удлинилась в это, а сигма съела дельту из корня, когда добавилась образующая времени сая, поэтому хегиаса. Перфект страдательного залога хегиасмай. Опять-таки хе в начале. Почему? Потому что глагол начинается с гласной. В перфекте вместо удвоения это гласное удлиняется. Дельта превращается в сигму перед окончанием май, и у нас хегиасмай. Ну и что касается ауриса страдательного залога, хегиастен. Вот это эгиас, она вот во всех формах, она хорошо видна, на хегиас похожа, так что формы этого глагола вы легко узнаете, и по аналогии хагиос легко слово запомните. Второе слово хамартано, грешу. Ну, хамартия, грех, вы знаете. Теперь вот соответствующий глагол хамартано, грешу. У этого глагола в настоящем времени добавляется суффикс «ан». Посмотрите, будущее время хамартэсо, видите, суффикса не хамах. Тансо, или что, хамахтано, там, это был бы сонорный глагол, но хамахтесо, да, тут что-то еще добавилось, и появилось это, но хамахт и будущее время. Аорист хэмарт он, это у нас второй аорист, безобразующий времени, ну, потому что корень различается, в настоящем есть суффикс ан, здесь суффикса ан нету. Или еще есть варианты первого ауриста, такое бывает, когда одни авторы так предпочитают, другие по-другому предпочитают. Хемартеса. Ну, нормально добавился суффикс, так что проблем большой нет. Перфект. Хемартека. Альфа удлинилась в эту, также в ауристе это было превращение, здесь удвоение. И перфектный суффикс ка, который помогает нам, собственно, распознать перфект. Ну, вот это хамарт, амарт очень хорошо видна, поэтому в любом случае форма глагола замечательно узнается. Ну, еще от того же самого корня прилагательное хамартелос, грешный. И оно часто субстантивируется и принимает значение грешный. Кстати, мы вот так вот вскользь проскочили, то есть я не акцентировал ваше внимание на этом, но сейчас хочу сказать. Помните, когда мы смотрели текст из Евангелия от Луки, и фарисей, пригласивший Иисуса, высказывает сомнение в том, что он пророк, потому что вот, не знает, что это за женщина, а женщина это, да, грешница. И там использована форма хамартелос с окончанием ос, очень похожим на мужской род, да? Они, и если вы внимательно это посмотрели, может быть, вас это смутило. Так вот, у этого прилагательного форму мужского и женского рода совпадают. У среднего окончания он, видите, мужской и женский род совпадают. Грешник и грешница по-гречески звучат совершенно одинаково.
Ну, как-то отметьте для себя эту возможность, чтобы вот такой случай, как мы сегодня видели, вас не смутил. Анастасис, воскресенье, Анастасия, имя, помогающее как-то запомнить это слово. И, ну и, конечно же, важное слово для христиан, для христианского богословия. А следующее слово «апангелло», «возвещаю», «провозглашаю». Корень «ангел» нам хорошо знаком, мы уже много раз с этим корнем сталкивались, теперь просто с приставкой «апо». И особенности, да, вот в будущем времени «апангело» с одной лямбдой, лямбда удваивается только в настоящем времени, сонорный глагол, потому никакой сигмы нет. И видите облеченное ударение из-за слияния. Аорист «ап», «э» превращение. «Апенгейла» корень чуть-чуть поменялся, вместо «э» «эй» в корне, опять же, одна лямбда, и страдательный аорист «апенгелен». Здесь нет никакого суффикса «т», это так называемый второй страдательный аорист. «Деканео» – «служу». У этого глагола «ди» – приставка, «аконе» – корень. Почему это важно осознать? Потому что иначе вам трудно будет распознать форму. Посмотрите имперфект. Ди, э, конун. Ну, почему он? Это эпсилон слитный глагол. Эпсилон омикрон слились, дифтон кун. А, ну, будущее время тут легко. Диаконесо. Аорис ди, э, конеса. Ну и страдательный аорис ди, э, конетен. Вот это вот альфа удлиняющееся, вот, просто диа можно принять за приставку, коне за корень, и тогда как-то не очень ожиданные, ожидаемые формы. А если вы осознаете, что аконе корень, тогда с формой все будет легко. По аналогии со словом диакон, глагол легко запоминается. Диакония, служение, опять по аналогии с диаконом, тоже легко запомнить. Дикайо. Дикайос праведный, а дикайоо, омикрон слитный глагол, оправдываю. Формы образуются достаточно легко. Будущее дикайосо, ну, омикрон в омегу удлинилось, аорист э превращение, дикайоса, нормальный первый аорист. Перфект страдательного залога де, дикайо май, и страдательный аорист э, дикайотен. Все совершенно по правилам. Клипсис, скорбь. Хилостерион. Слово всего два раза встречается в Новом Завете. Но если вы посмотрите наперед, умилостивительная жертва и место умилостивительной жертвы. Этим словом называлась умилостивительная жертва, и этим словом называлась вот крышка ковчега, куда первосвященник вот приходил с жертвенной кровью раз в год, вот в великий день искупления, в Йом-Кипур, и вот это умилостивилище, место умилостивления, тоже называлось словом «хилостерион». Так что в Ветхом Завете «хилостерион» — это вот крышка ковчега. В обычном светском употреблении это умилостивительная жертва, в Новом Завете в послании к евреям, да, это тоже вот крышка ковчега, а в послании к римлянам это умилостивительная жертва. Стауроу, распинаю, стал воскрес, стауроу, распинаю. Опять же, глагол с очень простой морфологией, и все формы вполне по правилам образуются. Сотер, спаситель, существительное третьего склонения, сотер, сотерос, сотери и так далее. По обычной модели третьего склонения изменяется слово, поэтому будьте внимательны. Сотерия, спасение, ну, сотер, сотерия, глагол созо, помните, какое? Со, в основе, потому созо, сотер, сотерия, вот этот набор вместе его легко запомните. Фанероло, являю, опять же, достаточно правильный глагол, фанеросо будущее, эфанероса аорист, пефанеро май перфект и так далее. То есть с узнаванием форм этого слова у вас проблем
возникнет. И фобос – страх. Может быть, вы даже это слово уже и знаете. Фобео, фобео, май – бояться, а фобос – страх – вот однокоренные слова. Вот здесь несколько слов собрано, которые изучить легко, и родственны многим известным вам словам, и зачастую чрезвычайно значимые для христианского богословия, встречаются в каких-то ключевых текстах Писания, пусть даже и встречаются в общей сложности менее 50 раз, вполне достойно заучивания. Ну и помимо заучивания слов, как обычно, у вас есть домашнее задание, которое нужно выполнять, и в процессе подготовки к этому давайте мы обсудим минимум к данному уроку, а потом вы уже поработаете, чтобы ваши знания глагола «дидами» в неизъявительных формах стали глубже. Итак, первое предложение лексического минимума. «Меде дидоте топа». Форму «дидоте» можно принять за форму изъявительного наклонения. Ну, смотрите, выглядит она точно так же, как форма второго лица множественного числа изъявительного наклонения глагола «дидоми». Но перед ней частица «мэ» стоит, «мэ». «Мэ» не употребляется с изъявительным наклонением обычно, с ней употребляется частица «у». Значит, это подсказка нам, что мы имеем дело не с изъявительным наклонением. Второе множественное это та ситуация, когда формы изъявительного и повелительного наклонения совпадают. Отсюда мы догадываемся, ага, это повелительное наклонение от глагола «дидоми». Так что «и не давайте место». Бен. Хосеан доте хюмин эн экейне те хо. Хосеан. Это устойчивое выражение, да, хотя мы и обсуждали сегодня условные предложения, как-то могло бы побудить вас искать здесь какую-то условную конструкцию, но хос ян – это кто, кто бы ни, хо ян – средний род, что, что бы ни. Теперь доте. В любом случае после ян мы ожидаем сослагательное наклонение. Это орис сослагательного наклонения. Страдательного залога, видите, Т. Что бы ни было дано вам в тот час. Ну, какие-то другие варианты, там, что будет дано вам в тот час или еще что-то, нам нужен контекст для красивого перевода. Гамма. Доте аутоис хюмейс фагейн. Доте, окончание Т, это окончание второго лица множественного числа, в данном случае повелительного наклонения. Если в настоящем времени дидоте мы вынуждены были выбирать между изъявительным и повелительным, то в аористе, конечно же, формы теперь уже не совпадают, и доте это точно повелительное наклонение. Дайте им вы есть. Фагейн – это инфинитив аористный от глагола «эстио». Ну, вы дайте им есть, если чуть-чуть поменять порядок слов. «Эудокесен» – вот тут «благоволил» вам переведено слово. «Хопатер хумон дунай хумин тен басилеен». «Дунай» – окончание «най». Стандартнейшее окончание для инфинитивов. Ну, корень до, не дидо, а до, значит, это орисный инфинитив, дать. Благоволил отец ваш, дать вам царство. Де пневматус хагио, то до тентос хамин. До тентос. Видите, суффикс «т», суффикс «нт», которые ясно нам показывают, что мы имеем дело с причастием аористным страдательного залога. Ну и в целом у нас получается через
Дух Святой, данный нам. Ну, или, может быть, в контексте Духом Святым, данным нам. А если вот это особенно при каком-то глаголе в страдательном залоге. Но вот от глагола «давать» дидомия, а страдательный залог аориста, причастие, данный. Домен э ме домен. Видите, омен, ну, первое лицо, множественное число. Перед окончанием долгое о, аорист, все это склоняет нас к тому, чтобы распознать это как форму сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение здесь не просто так, а в вопросе. А в вопросе сослагательное наклонение – это когда вопрос о необходимости, возможности, долженствовании, правильности и так далее. То есть не столько вопрос о каком-то факте, сколько вот вопрос о надлежащем поведении. Но в данном случае все достаточно просто переводится. Дать или не дать. Ну, тут... ну, или мы чтобы было видно, что мы, первое лицо множественное число, то там дать нам или не дать, или давать нам или не давать. Скорее всего, речь идет о подати кесаря, если я правильно помню, откуда это взято. И вот у Иисуса спрашивают, да, вот как нам быть в такой ситуации, что было бы правильным поведением в таком случае, давать или не давать. А здесь аорист, ну, кажется, давать-то перевод не очень плох. Аорист, он о действии в целом говорит. Вот, нужно такое явление, допустимо ли такое явление, как давание в нашей жизни или нет. И последнее. Эдоксасан, тон теон, тон донте экзусен. Донта, видите, суффикс НТ, причастный суффикс. Аорис, корень до, винительный падеж, единственное число. И эдоксасан, доксаза, аорист. Обычный аорист, видите, без каких-то сложностей. Они прославили Бога, давшего власть. Ну что ж, мы с вами посмотрели просто несколько примеров глагола дидомия в разных формах. Дидоте – повелительное наклонение настоящего времени. Доте – сослагательное наклонение страдательного залога аориста. Доте – повелительное наклонение аориста. Дунай – инфинитив аориста. Дотентос – причастие аориста страдательного залога. Домен – сослагательное наклонение аориста. И домта – причастие аориста действительного залога. И, опять же, формы очень-очень не похожи друг на друга, но если вы понимаете принципы формирования форм в греческом языке, то вы справитесь с проблемой и научитесь все распознавать. Да, конечно, бывает тяжеловато, и, наверное, вам сейчас на этом этапе изучения греческого языка приходится тратить много времени и много сил для того, чтобы и старое как-то поддерживать, не забыть, и с новым совсем справляться. Но чуть-чуть осталось. Может быть, ваши дети выглядят как вот этот вот печальный мальчик из рабочей тетради, который ждет, где же там папа. Но скажите им, что им недолго осталось. У нас предпоследний урок, еще один шаг, и вы наконец-то победите. Благословение!